Всем доброе утро! Всем привет, ребят! Ваня у нас погулял с Ванюшей, съездил в магазин. Я тем временем отсняла завтрак вкусный, приготовила. Сейчас уложила Ванюшку спать. Ваня идет по своим делам. Пока-пока. А я сейчас буду готовить обед. И на обед у нас будет соус из фарша к макаронам. Мне понадобится морковка, цукини, перчик, лук, сыр рикотта, чеснок свежий и фарш свино-говяжий. Вот, смешанный свино-говяжий, кому как больше нравится, так и называйте. Все, я буду готовить, и буду готовить вот это вот в сковородке вок, очень удобное. Так что погнали. Все как обычно, все нарезаем, обжариваем. Сначала мясо, потом добавляем овощи, немножко протушиваем, добавляем рикотту, добавляем чесночок, специи, и вуаля, все готово. Соус готов. Можно еще добавить томатный соус. Будет тоже очень вкусно, но у меня его нет. Надо купить, я совсем забыла. Вот, поэтому на сейчас на даже не на самое медленное, а просто выключаю конфорку, так как она еще будет держать тепло, оно все там дотушится. И я уже подготовила кастрюлю для макарон. Но их я сварю и в кастрюлю поставлю уже, когда мы захотим кушать. Чего ты от меня хочешь, Пумочка? У меня тут еще полным ходом стирка, я рассортировала вещи, у меня уже стирка. Как классно, что стирка не зависит от погоды. На сегодня с утра, всю ночь с утра был дождь, упала очень сильная температура, у нас довольно прохладно, небо облачное, а вот там вот тучи. Ну, возможно, они уже и ушли, но передавали, что в воскресенье тоже будет у нас гроза. Ну, в общем, не знаю. Мне еще вот соседи нравятся вот эти вот кашпо на ножках. И там вот они выращивают всякую зеленушку. Тоже такое хочу. Вот, и еще Ваня принес цветочки, попросила домой купить. Сейчас буду ставить их в вазочку. Такие вот красивые цветочки. Вот, и да, стирка. И сегодня что-то Пума у нас такая вся требовательная. Непонятно. Вот скажите, наверное, я надеюсь, есть еще люди, которые сначала делают макияж, смотрят на себя в зеркало и потом принимают решение помыть волосы. Я сделала макияж, посмотрела на свои волосы и решила, что мне их нужно помыть. И пошла мыть волосы. Вообще красавчик. Но я, кстати, всегда очень хорошо, аккуратно мою, и у меня макияж никак не портится и не смывается. Очень захотелось мне кофе. Так что я иду делать кофеечку. А мы выдвигаемся в торговый центр. Я, короче, поднялась домой, потому что забыли камеру дома. Едем в торговый центр, буду покупать все для видео Back to School.
Вот, буду отправлять подарочек. Я не знаю, делают ли доставку в Россию, но я думаю на почте узнаю, но в любом случае я сделаю конкурс. Вот, и у нас опять испортилась погода, то есть выглядывало солнышко, потом бац, и все, и солнышка нет. У нас упала температура очень сильно. Ой, дождик идет. Меня уже ждут. Мы уже едем. Что, вы уже тут ждете, да, меня? Да, мы уже заждали. Девочки. Все. Поехали. Let's go! Мы приехали в торговый центр Диагональ Мар. Мы тут здесь недавно были. Катя уже купила все, что ей надо для видео. Мы решили зайти выпить в Starbucks. Он как раз Димон идет. Вот, сейчас мы попьем кофейку. Ого, у нас тут сахара. Килограммы. В общем, сейчас попьем кофе и поедем в Макиниста. Где Ванюшка пьет из трубочки. О, ты пользуешься. Которую мы купили. Ну как, сынок? Симпатично выглядит. Так смотрит. Ребят, мы вернулись домой. Вечером было его сложновато, надо, конечно, уложить. Да, и из-за этого он нас поздно лег. А это значит, что он завтра чуть позже обычного проснется, я надеюсь, потому что завтра моя очередь встала. Да? Мы сейчас с Виталем созвонились, это мой друг, который приезжал. Который новороссийский. В октябре приезжал. Да, который предложение делал. Который предложение делал. Вот мы сейчас с ним сейчас общались. И у меня вырубился телефон. Просто мы продолжаем общение в Инстаграме. У нас время уже 10 минут первого. Я иду спать. Я иду монтировать влог и потом тоже иду спать. Так что, ребят, увидимся с вами завтра. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Я думал, ты сейчас зевнешь. Нет. Я уже взяла. Ты просто так руку подложила к рту. Не, я до сих пор у меня стирка, прикинь. Ну, в смысле, уже все постирался, вот гора чистых вещей. Ну, а тут разбирать это все. И у меня сушится последняя партия. И все, у нас все будет чисто? И, да. Ой, круто. Останется завтра. А то у меня все. Вся одежда уже была грязная. Мы просто, если стираем, то это глобальная большая стирка. Ну, видимо. Да. Все. Но вообще это не очень практично. Все, ребят. Всем пока-пока.